Бийские геймеры сейчас вовсю готовятся к предстоящему турниру. Тренировки проходят практически каждый день. Данил Бекишев специально собрал новую команду. Свою сборную капитан настраивает, если не на победу, то на попадание в тройку сильнейших. Наверное, как 2 месяца приступили к плотным тренировкам. Каждый день мы собираемся, играем какие-то клан варсы, это между командами игры. Ну и стараемся, чтобы пройти хотя бы интернет-квалификации, чтобы выйти в финал, краевой финал, чтобы уже сыграть в финале и, возможно, победить. Уже известно, крупный кибертурнир, которому пока нет аналогов в Алтайском крае, в Бийске состоится 2 сентября. Как и год назад, Алтай Open Cup пройдет в 3 основных дисциплинах. Только вот участников ожидается гораздо больше. Теперь это будет турнир не краевого, а сибирского масштаба. Такое решение было принято на встрече с депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым. Расширить его сейчас на этом этапе, мне кажется, было бы абсолютно правильно. Тут бы, в принципе, и обмен опытом некоторый произошел, потому что ребята, как говорится, хочешь научиться лучше что-то делать, в том числе соревноваться там или в каком виде спорта там или играть, то играй с более серьезным противником. Да? Фонд Александра Прокопьева уже 2 год поддерживает Бийский кибертурнир. Главная цель – создать необходимые условия для развития киберспортсменов, чтобы в Бийске и вообще в Алтайском крае появились игроки и команды международного уровня. Потенциал для этого есть. По сути, нужно сейчас получить просто аккредитацию на сам клуб и мне, соответственно, судейство. Я уже аккредитацию сам прошел, я уже как официальный судья числюсь в киберспорте. Но сам надо клуб аккредитовать, и, в принципе, можно у нас будет проводить турниры уже всероссийские. Не исключено, что уже 3-й турнир, который в Бийске пройдет в 2019 году, будет уже всероссийским. К этому вопросу киберспортсмены и депутат Государственной Думы еще вернутся. Сейчас же нужно готовиться к приему сибирских геймеров. Евгений Плохотин, Евгения Ежутова, Иван Зяблицкий. Бийск специально для наших новостей.